Добрый день, коллеги! У нас сегодня четвертый вебинар. Рада видеть всех, кто присоединяется онлайн, и приветствую всех тех, кто будет смотреть в записи. Мы продолжаем тему работы с нейросетями, которые создают тексты. И сегодня мы конкретно пробежимся по тем методам, которым мы можем работать с текстами, создавать, переписывать, извлекать какие-то данные. Посмотрим, что нам нужно знать о промптах и какие секреты, советы помогут лучше их писать именно для работы с текстом. Отдельно остановимся на работе с PDF-файлами. И также поговорим про галлюцинации, верификацию и принцип нулевого доверия, то есть про то, насколько нейросети правдиво отвечают на наши с вами вопросы и что мы можем с этим сделать. А в конце вебинара я выдам вам новые практические задания. Так, ну что ж, вижу уже, настало немножко побольше. Давайте начнем с воспоминания о том, что было у нас с вами во вторник. Мы говорили про промпты и про их дизайн, то есть про то, как правильно их создавать и разрабатывать. Что именно должно быть в качественном, грамотно составленном промпте? Напомните мне, пожалуйста, в чате. Я говорила, что в хорошем промпте должно быть 4, да, основных части. Попробуем вспомнить. Забыли, как называется? Пишите своими словами. А вот та синенькая штучка с зелененькой кнопочкой – это совершенно нормально. Главное, чтобы вы понимали, о чем именно идет речь. А я потом уже покажу всеми умными словами, как это правильно. Давайте вспомним четвертое, та, которую я отдельно показывала и подробно останавливалась. Это контекст. Все то, что окружает нашу с вами рабочую задачу. Да? Чем полнее, грамотнее контекст, чем больше информации он дает нейросети, тем лучше она составляет ответ на ваш запрос. А для того, чтобы ваш запрос превратился в промпт, так, ему можно дать роль. Это смысловой блок. То есть мы делим на смысловые блоки и даем им какие-то заголовки. Дальше мы наш текст не только делим на части, но и оформляем определенным образом, а еще пишем ключевые слова. Так, ничего страшного. Давайте я вам это напомню. Итак, мы считаем промптом именно структуру. Запрос с ключевыми словами, оформлением, форматированием и желательно включающим в себя важный контекст. Вот это мы с вами называем промптом. Мы во вторник говорили достаточно много о промптах. Да? Я говорила, как делать дизайн, как собирать, сохранять ключевые слова, какие варианты структуры могут быть. Вот на практике, как может выглядеть промпт. Это такой средненький по объему, уже отличается от обычного запроса, но еще не настолько подробный и детальный, насколько они могут быть. Здесь сразу видно, да, что у этого промпта есть 4 смысловых части, плюс в конце место для ввода какой-то своей собственной информации. Вот они выделены элементы. Здесь есть форматирование, подчеркивание, двоеточие. То, что выделено цветами, на это не обращайте внимания. Это из-за того, что в формате кода он сам что-то подсветил и показал. То есть это не имеет никакого значения. Вот у нас есть здесь шаги, да, шаг за шагом, как должна действовать модель. И вот это вот все то, о чем мы говорили на прошлом вебинаре, превращается вот в такую форму. У меня большинство промптов на английском языке, я вам про это уже объясняла, почему именно я такие использую. Но сегодня мы будем смотреть примеры промптов на русском. И еще раз напоминаю, для того, чтобы правильно разработать, для того, чтобы грамотно разработать промпт, вы берете какую-то свою конкретную рабочую задачу. То есть сначала вы ее формулируете именно как задачу.
Так, элементы части, оформление, ключевые слова, контекст. Контекст не обязателен, но желателен. Да, все совершенно верно, Ольга. Вот. А вы формулируете ее именно как рабочую задачу, и лучше всего формулировать, начиная с глагола. Написать, разработать, проанализировать, составить. То есть сначала вы описываете рабочую задачу, не думая пока о нейросети. Дальше вы выделяете ключевые слова. Они могут быть уже в самой задаче, они могут быть сходные, это могут быть какие-то синонимы, какие-то важные моменты, которые должны быть учтены нейросетью, и составляете список. Дальше вы из этого списка будете просто брать какие-то формулировки для составления своего промпта. И уже потом вы сам промпт пишете. А вот этот подход у меня есть прекрасная PDF-ка, где как раз описан вот этот подход. Слева задача, дальше зеленые – это слова, которые ассоциируются с этой задачей. Желтый столбик – это тип промпта определяется. Мы с вами с этим еще не работали, но познакомимся сегодня. И дальше какие-то шаги структуры, которые тоже можно прописать и сказать нейросети. Я бы с радостью поделилась бы с вами переведенным вариантом, но он пока в черновом виде. Когда закончим перевод, я обязательно выложу в рабочий чат. То есть вот мы сейчас переводим с коллегами, и я считаю, что такая табличка может быть очень-очень полезна, как раз подсказывать, что именно вам нужно делать. Так. Вот здесь, пока вы смотрите, да, вот на русском языке примеры запросов, запросы, которые отличаются. Здесь нет самих примеров промпта, но мы их будем составлять с вами своими руками. Ну, точнее, моими руками, но с вашей помощью. Но прежде чем мы перейдем к работе с текстом, я хочу еще раз вот прямо специально остановиться и сделать акцент на том, что нейросети – это не волшебная палочка. Вы не сможете любую рабочую задачу отдать нейросети. Поэтому первое, что вам нужно сделать сейчас, когда вы собираетесь внедрять вот эти вот модели в свою рабочую деятельность, это понять, с какими задачами они будут вам помогать. А вы можете просто составить список всех своих рабочих задач или всех своих самых нелюбимых рабочих задач или всех своих самых сложных рабочих задач и уже из них решать, что именно пойдет в нейросети. Во-первых, я тоже об этом уже упоминала, нет смысла разрабатывать промпты для разовых задач. Так у меня на работе есть постоянная регулярная задача, она всплывает как минимум пару раз в месяц, это расшифровать как видео или аудиозапись, то есть получить с нее текст. Эта задача регулярная, поэтому я ее делаю с помощью нейросетей. Но нерегулярная задача, то есть она делается раз в месяц или реже, например, тематический контент, да, по какой-то определенной теме, серия постов, это у меня задача нерегулярная, вот когда придет нам в голову с коллегами желание над этим поработать. И поэтому нет смысла для второй задачи составлять какие-то промпты. То есть мы сразу смотрим, если задача регулярная, чаще, чем раз в месяц, значит, да, есть смысл ее автоматизировать. Второе – это то, что вы не получите готового результата. Работа с нейросетью напоминает сэндвич. Сначала вы долго думаете, замысел, ключевые слова, промпт, оформление промпта, затем только идете в нейросеть с этим промптом. Дальше нейросеть выдает вам какой-то результат, и вы снова берете его в работу. Очень сильно заметно, когда используют не отредактированный, не откорректированный текст. Очень сильно заметно, когда используют текст, составленный не через промпты, а через обычные запросы. То есть там нету голоса человека, там прямо сразу стилистика, грамматика самой нейросети. Это очень сильно заметно. И поэтому то, что вы получаете, это в любом случае только черновик. Он требует дальнейшей обработки. Поэтому, с моей точки зрения, больше, чем на 30% сократить затраты времени и сил нейросеть, по крайней мере, сейчас не может.
Но даже 30% на регулярных задачах – это очень и очень достойно. И, наконец, последняя характеристика задач, которые вы можете отдать нейросети, они должны быть проверяемые. Мы будем говорить сегодня про доверие, про верификацию. И вот чем проще и быстрее вам будет проверять то, что дала вам нейросеть, тем больше эта задача подходит. Условно говоря, если нейросеть вам пишет текст о страусоводстве в Австралии, вам, скорее всего, придется искать эксперта в этой теме, чтобы он проверил текст и сказал, насколько он соответствует действительности. Но если вы сами можете проверить, значит, вы потратите меньше времени на верификацию. И эта задача больше подходит для того, чтобы передать ее в цифровые руки нейросетей. И вот пример тех задач мы обсуждали с преподавателями вузов, какие именно задачи могут передать нейросети. Это было больше полугода назад. Сейчас я бы немножко больше выделила бы пунктов. Но вот для себя вы тоже можете составить вот такую вот схему. Для чего подходят нейросети, какие задачи вы можете отдать. Так, например, тему с обратной связью, когда я начинала работать с нейросетями, я отдавала им. Сейчас я это делаю полностью самостоятельно. То есть, если раньше получала черновики, то сейчас я делаю полностью самостоятельно, потому что задача перестала быть регулярной. Тема с транскрибацией, как я говорила, наоборот, да, у меня стала регулярной, и теперь я эту работу отдаю. Так или иначе, вы смотрите, какие задачи вы делаете регулярно. Какие вы можете этап черновика отдать нейросети, при этом, что вы можете убедиться и проверить эту информацию, и потом для этих задач составляете промпты. Так. Ну что ж, сегодня основная наша тема – это работа с текстом. Потому что наши нейросети, да, про которые мы говорим в модуле, они как раз и созданы для обработки текста. Потому что сколько бы ни появлялось медиаформатов, все равно наша с вами работа во многом текстоцентрична. И даже если это не написание текста, не создание материала в формате текста, то как минимум это идеи, замыслы, прототипирование, переписка, обратная связь тоже все опирается в первую очередь на текст. Ну и в основе любого мультимедийного материала тоже так или иначе лежит текст. Это структура, это замыслы, это какие-то медиатексты, которые соединяют медиачасти, титры, заголовки, субтитры и так далее. Поэтому работа с текстами – это очень важная часть, в принципе, работы с генеративными моделями. И не будем забывать, что вот именно сам прорыв, да, то, что нейросети так плотно заполонили мир вокруг нас, как раз заслуга того, что они научились работать именно с текстом. И я попробовала описать те типовые задачи по работе с текстом, которые могут перед вами вставать. Если вы сейчас и в том, что я буду говорить и показывать, будете видеть ту задачу, которая нужна вам, то есть та задача, которую вы тоже делаете регулярно, пишите в чат или ставьте плюсики, или комментируйте каким-то образом. Я потом это учту, когда буду показывать вам уже работу непосредственно самой нейросетью. Договорились? Первое и самое логичное – это, конечно, генерация нового контента. Мы просим нейросеть что-то написать, текст которого раньше не существовало. Понятно, что это та основа, с которой многие начинают работать с нейросетями, и разработчики в первую очередь тоже показывали примеры того, как нейросеть лихо генерирует посты, статьи, тексты для презентаций и так далее. Но сама по себе нейросеть, текст, который она вам напишет, она его напишет, ну, может быть, и годящимся на черновик, но явно не чистовик. А с моей точки зрения, без грамотного промпта она вообще ничего хорошего вам не напишет.
нужно учесть и задать ей хотя бы минимальные параметры. Я считаю, что минимальных параметров три. Первый – это очевиден, это тема. Да? Иначе она вам напишет текст ни о чем, да? На какую-то свою вольную тему. Вы задаете границы, в которых она должна писать. Второе – это аудитория. Аудитория отличается по языку, по возрасту, по целям, для чего она собирается читать этот текст. Это тоже нужно учитывать. И третий параметр, тоже про него очень много говорят в статьях, в видеороликах, это стиль. А что бы писала дружелюбно, что бы писала официально, что бы писала языком, понятным пятилетнему ребенку и так далее. Вот это три минимальных параметра. Поскольку нейросеть то, что пишет, она пишет, с нашей точки зрения, черновик, то главная ее задача, вот лично для меня, сейчас скажу для вас, может быть, по-другому, но для меня нейросеть убирает страх чистого листа. То есть как минимум полчаса в написании любого текста у меня уходит на то, чтобы посмотреть на страницу, 15 раз начать, 15 раз стереть, походить кругами, попробовать подобрать слова, и только потом у меня начинает что-то получаться. И вот эти 15-20 минут мне нейросеть 100% экономит. Потому что редактировать уже готовое, то есть критиковать, да, намного проще, чем начинать с самого начала. Это быстрые черновики. Если вы грамотно составите промпт, то вы можете получить уже черновик более высокого уровня, который потребует уже небольших правок. А если вы предварительно с нейросетью пообщаетесь, покажете ей те тексты, которые вам нравятся, расскажете, какой стиль хорош, обсудите там погоду за окном, последние события, любимый фильм, то есть дадите ей больше контекста, то текст будет очень и очень хорош. Вот простой пример такого промпта, который вы можете задать, да, придумать диалог между двумя друзьями, обсуждающими планы на отпуск. Замысел начинается с глагола «придумай». Какие ключевые слова? Диалог, то есть это реплики, которые идут по очереди. Планы, что ты будешь делать, что я буду делать. Отпуск, значит, тема касается отдыха. Что нам еще здесь нужно будет задать для того, чтобы сделать промпт? Скорее всего, описать этих друзей, кто между собой общается. Потому что если общаются, например, два студента, обсуждая планы на отпуск, и общаются два пенсионера, обсуждая планы на отпуск, да, это будет совершенно разный и стиль речи, и ее содержание. И вот указав контекст, указав персонажей или аудиторию. Вот здесь, поскольку ролевой диалог, здесь мы указываем персонажей. Если мы пишем образовательный лонгрид или текст в соцсети, то мы указываем, скорее всего, аудиторию. И вот тогда это превращается в промпт для генерации текста. Маленький совет. Иногда, когда вы просите нейросеть написать текст, даже если вы составили грамотный промпт, она все равно пишет среднее по больнице. Ну, нет никакой там интересной, уникальной мысли, нет никакой изюминки. Поэтому мы часто используем другой подход. Если говорить по-умному, да, этот метод называется generated knowledge. Мы сначала просим нейросеть сгенерировать какие-то данные, какие-то факты, а потом на основе их написать. Например, сгенерируй 10 небанальных, нестандартных идей отпуска. Дальше еще вот несколько слов, да, про отдых, про варианты. Выбрали из них три понравившихся. На основе первого, второго и седьмого варианта напиши диалог двух друзей. То есть сначала мы спросим сгенерировать факты, выбираем из них те, которые нам кажутся наиболее подходящими, и дальше на их основе просим написать текст. Все это идет в одном чате. Когда текст готов и тема сменилась, следующую генерацию нового текста на новую тему, если он не является диалогом двух друзей, если он не касается темы отпуска и отдыха, то мы начинаем в новом чате.
Дальше, следующий вариант работы с текстом – это рерайт. Рерайтом мы занимаемся очень и очень часто, хотя так его и не называем. Рерайт – это не просто переписывание полное чужого текста так, чтобы он стал неузнаваем, чтобы можно было выдать его за своего. Рерайт – это когда мы компилируем какой-то текст, собрали вот несколько фрагментов, отрывков мыслей и переписываем их так, чтобы они звучали связно, гладко в нашем собственном стиле. Рерайт не означает того, что мы просто копируем чужое, не вкладывая свое. Поэтому это вполне себе достойная задача как раз для нейросети. Да, она помогает в том числе и повысить уникальность контента, но грамотно сделанный рерайт при этом и задает собственный ракурс, собственный фокус в тексте, а не только его переписывает. Поэтому рерайт, вот, ну, с точки зрения, да, фрилансеров-копирайтеров, рерайт это может быть действительно просто изменение формулировок и порядка слов предложения. С нашей же точки зрения рерайт это работа в первую очередь с уже существующим материалом. Вот. И пример промпта, да, перепиши фрагменты текста, приводя их к одному стилю. Например, три человека высказываются по какой-то теме. Кто-то говорит многословно, кто-то употребляет очень много терминов, а нам для того, чтобы материалы публиковать, нужно все-таки более-менее в одном стиле их переписать. И вот мы просим, перепиши фрагменты текста, приводя их к одному стилю и указываем параметры, какой именно стиль мы считаем предпочитаемым. Какая длина? Вот длину, опять же, можно задавать в словах, можно задавать в абзацах, можно задавать в токенах. Можно пробовать по-разному. Не каждая нейросеть среагирует на все эти варианты. Тут нужно смотреть от той модели, которую вы пользуетесь. Так, например, GPT-3 и 5 на количество слов у меня не реагировало напрочь. У меня на русском языке она начала более-менее попадать в объем, когда я ей стала писать длину в токенах. Вот тогда да. Сложность текста, использование терминов, использование сленга, жаргона – все это мы тоже указываем. И тогда у нас получается промпт. А заканчивается такой промпт, ну или, по крайней мере, включает в себя что? Тот самый текст, который нужно переписать. Вот в первом случае при генерации нового контента у нас полностью как бы идет с нуля, либо мы сначала просим сгенерировать факты. Здесь же мы в промпт обязательно включаем тот текст, или те фрагменты текста, несколько текстов, которые нужно переписывать. Точно так же могу дать хороший совет. Это в конце промпта, когда вы уже задали все параметры, когда вы уже привели тот текст, с которым нужно работать, последнюю фразу пишите. Начни свой ответ со слов и пишите хотя бы под половину первого предложения. Это поможет нейросетке лучше попасть в стиль, подкорректирует ее ракурс, и вы, скорее всего, получите устраивающий вас ответ с первого, со второго раза. Дальше. Третье – это суммаризация. Нам нужно быстро понять, о чем этот текст, не читая его полностью. Опять же, я знаю, что вот в педагогической, особенно сфере, к summary, вот так же, как и к рерайту, существует иногда некоторое вот предубеждение, настороженное отношение. Но summary – это совсем не то, что «Война и мир» в трех абзацах. Да? Summary не подразумевает того, что мы отказываемся полностью от чтения текста. По факту это аннотация. Далеко не все авторы пишут хорошие аннотации, да? Далеко не всегда издатель нормально рассказывает, о чем эта книга, особенно если это касается художественной литературы. А уж про научные статьи и говорить не о чем. И вот как раз суммаризация позволяет получить грамотную
подробную аннотацию для того, чтобы понимать, о чем пойдет дальше речь. Для меня summary особенно ценные при видеороликах, для того, чтобы, не просматривая, сразу понять, о чем текст. Не все в описаниях пишут нормально, о чем это видео. А смотреть 1,5 часа вот так вот с чистого листа – нет. Лучше сначала глянуть summary, убедиться то, о чем это нужно. И, во-вторых, для меня summary ценно при работе с англоязычными исследованиями. Прежде чем как бы читать, прежде чем смотреть, то тоже, да, у меня на перевод уходит достаточно много времени. Я часто работаю с PDF-файлами, о чем мы сегодня будем говорить, и не всегда автоматический перевод меня устраивает. И поэтому summary – это как раз способ быстро отсеять неподходящее. Смысл состоит в том, чтобы взять большой текст и понять, какие в нем основные идеи. У суммаризации есть тоже такое, знаете, среднестатистическое значение, как все делают summary. Но не скажу, что вот эта вот универсальность, универсальный подход к суммаризации – это хорошо. Кто-то предпочитает там короткие предложения и списки. Кто-то любит, чтобы был вот прямо такой пересказ в стиле автора. По возможности я бы пользовалась сервисами, которые позволяют вам настроить summary так, как вам больше нравится. Так у меня, например, для суммаризации в чат GPT написан отдельный промпт, который делает summary по определенному методу и определенным образом его форматирует, чтобы мне было понятнее. А вот стандартные summary, которые прописаны во многих сервисах, мне не очень подходят. Кстати, да. Это тоже важная тема, которую хотела сегодня упомянуть. Мы с вами еще в прошлом модуле на примере генерации изображений говорили о том, что есть разница между нейросетью и сервисом, который работает на ее основе. То есть, вот, предположим, есть расширение для браузера, которое делает summary видеороликов. Оно работает на чат GPT. Но пользоваться им все равно, не все равно то, что пользоваться чат GPT. Почему? Потому что большинство сервисов у себя вот там вот внутри уже включают какие-то промпты. Когда вы пишете свои запросы, вы этого не видите и не знаете, но они оборачиваются в какой-то промпт. А значит, что бы вы ни писали, как бы вы не умели составлять промпты, это бесполезно, когда вы работаете с такими сервисами. Уже разработчики этого сервиса внутрь зашили системные промпты. А когда вы пользуетесь непосредственно нейросетью, то есть у вас именно чистый доступ к модели без каких-то посредников. Вы пишете промпт и сами указываете модели, что ей нужно делать. И таким образом получаете более индивидуальный результат. Поэтому я считаю, что разница между теми, кто умеет писать промпты и пользуется прямым доступом к нейросетям, и разница между теми людьми, которые используют встроенные инструменты, там в Тильде появилась кнопка, в Миро появилась кнопка искусственного интеллекта, разница вот между этими двумя категориями людей на практике будет значительной. Так, возвращаюсь к саморизации. Вот пример промпта, да, создай краткое резюме текста длиной 200 слов. А вот обратите внимание, я каждую рабочую задачу начинаю с глагола. Создай краткое резюме. Какие ключевые слова? Что для меня краткое? Вот 200 слов, например. Что такое резюме? Вообще, опять же, будет разница. Резюме, summary, конспект, аннотация. Нейросеть это поймет по-своему. Вы можете пробовать вот здесь вот менять ключевое слово и получать разный результат. Для меня, например, в summary принципиально важно, чтобы нейросеть выписала именно уникальные идеи. И поэтому в промпт я буду включать такой этап: составь тезисы, удали те, которые являются повторами, не являются уникальными. Оставь только самые новаторские, там, инновационные, необычные мысли. И вы это описываете точно так же. Дальше. Следующий способ работы с текстом – это его анализ. Нужно
из того, что в тексте представлено, получить какую-то информацию. Но не просто саму информацию, а ее после этого еще и обработать. Анализ часто проходит в исследованиях, при сравнении сходства различия, при дискуссии, гипотеза и аргументы, тезисы. И часто для дальнейшей работы вот результат анализа получают в виде списка как раз тезисов, в виде перечисления ключевых слов и либо в виде какой-то структуры документа. То есть, что мы хотим от нейросети? Чтобы она изучила какой-то текст, а значит, мы тоже будем в промпт включать этот текст, и его продемонстрировала нам в сокращенном виде, но уже не как summary, а уже как материал для дальнейшей работы. По идее, мы этот результат нейросети копируем и используем дальше. Так, как может выглядеть пример такого промпта? Да? Проанализируй этот текст и выдели ключевые темы. Ну, это как детей учат в школе писать изложение, да? Прочитай каждый абзац и какое-то ключевое предложение или тему или заголовок вот по такому же принципу. Здесь точно так же нужно указать, на что обратить внимание. Желательно вот прямо конкретные параметры и какие-то примеры из текста. Так я составляла промпт для анализа учебных программ медиаклассов. Писала, по каким критериям нужно проанализировать инновационность, использование оборудования, разнообразие форматов, которые включены в учебную программу. И вот по этим критериям нейросеть искала информацию, выписывала, а затем информацию, которая выписана, например, из шести программ, между собой сравнивала. Понятно, что это не один промпт, это вот была такая последовательность, цепочка действий, но вот очень хорошо себя показала в такой работе. Здесь тоже есть совет, и опять же, это метод промптинга, у него есть название Change of Thought, цепочка мыслей. На практике выглядит так. Вы сразу просите нейросеть рассуждать шаг за шагом. Давай рассуждать шаг за шагом, или на английском let's think step by step, это дескриптор. То есть как раз вот такая ключевая фраза, которая определенным образом влияет на способ генерации ответа. И вот принцип шаг за шагом говорит то, что нейросеть вам не сразу дает ответ, а если она будет пытаться сразу дать ответ, она, скорее всего, попадет пальцем в небо. А как раз именно делит задачу на какие-то шаги, выполняет их, причем выполняет их не молча, а тут же в своем ответе описывая результат этих шагов, и только потом пишет вывод, подводит итоги этой работы. Вот такой принцип. Он, конечно, тратит больше токенов, если вы пользуетесь где-то нейросетью платно, но при этом результат, ну, качество результата повышается, если мне не подводит память, согласно исследованиям, примерно в 87% результат правильный. Правильно имеется в виду, что проверяли на наборе задач, у которых был известен ответ, и в 87% случаев нейросеть, которая рассуждала шаг за шагом, ответила верно. Дальше еще одна типовая задача – это перевод. И опять же, да, как summary, как rewrite, не надо думать, что перевод – это просто версия с русского на английский или с английского на китайский. Помимо этого существуют и другие языки, например, языки цифровые, аудио, видео, фото, данные. И перевести какую-то информацию в интеллект-карту – это тоже перевод. Перевести математическую задачу на язык кода – это тоже перевод. Перевести по стилю – это тоже относится к явлению перевода. Принцип такой, что вы указываете, что должно быть в конце.
Я часто использую вот этот вот способ работы с текстом для того, чтобы написать текст, который лучше соответствует какой-то конкретной аудитории. Вот. Например, переводим какой-то юридический документ, административный документ на язык разговорный для того, чтобы кому-то что-то объяснить. Вот берете какой-нибудь сайт, качаете соглашение о персональных данных или публичную оферту. Да, можно его долго упорно читать, а можно его перевести, выделив сразу какие-то ключевые для вас пункты. То есть вот такая вот предварительная обработка текста – это то, в чем нейросети великолепны. А если вы не только укажете целевой язык, но и укажете, для чего этот перевод нужен, с какой целью вы его делаете, в каком стиле он должен происходить, вы тоже получите более качественный результат. Более качественный во всех случаях, когда я говорю, что нейросеть делает что-то эффективнее или качественнее, я имею в виду, что вам этот черновик обрабатывать будет проще. Дальше. Еще одна задача, она очень похожа на анализ, но есть различия. Это извлечение текста, извлечение данных. Если при анализе нейросеть информацию внутри документа интерпретирует, обрабатывает каким-то образом, то при извлечении она остается в неизменном виде. Предположим, у вас есть документ на 30 страницах. Откуда нужно выписать всех стейкхолдеров, всех, кто заинтересован в реализации какого-то проекта? Нейросеть спокойно составит табличку. Причем вы можете ей сказать, что в одной колонке мне, пожалуйста, название, во второй колонке, почему им интересен этот проект, в третьей колонке там предложи какой-то совет, как этих стейкхолдеров можно заинтересовать. Таким образом, это тоже этап промежуточный, когда вы извлекаете еще какие-то данные, и вот почему-то им не так часто пользуются. Хотя тут все еще намного проще, да, нейросети не нужно делать какие-то вот свои рассуждения, какие-то свои выводы, ей достаточно просто обработать исходный текст. Даты, имена, ключевые факты, глаголы, все предлоги, все цифры. Придумать можно достаточно много интересных вариантов применения. Ну вот простой, да, вариант. Даты и события из какого-то исторического текста, из учебника истории. Можно составить вот такую вот табличку. Между прочим, вот такая вот табличка даты и цифры – это почти половина работы над таймлайном в сервисе Timeline.js. А если географические места и события, то там останется добавить координаты и получится интерактивная карта. То есть это действительно 30% общей работы вы действительно таким образом можете скинуть на нейросеть. Обязательно указывайте, в каком формате, особенно если вы собираетесь работать с таблицами. Нейросети прекрасно понимают табличный формат, и им нужно сразу сказать, что вы собираетесь этот материал использовать в табличном варианте. Тогда вы просто можете скопировать таблицу из результатов и вставить в нужный вам файл. Так, и здесь тоже маленький такой совет. Как раз вот по таблице, нужно всегда понимать, что нейросеть категории видит в столбцах, а случаи видит в строчках. То есть даты будут перечислены в строчках, а там события, персоналии, параллели какие-то исторические будут перечислены к этой дате в колонках. Наоборот, она вам не сделает. То есть она не сделает вам так, чтобы даты были расположены в столбиках, а в строчках шла какая-то категория. Сразу это учитывайте и не просите от нее невозможное. Ну и давайте посмотрим теперь на практике. Так, я вижу, что в чате ничего не написали. Нет каких-то вот таких задач, которые вам отзываются и кажутся полезными вашей деятельности. Расскажите мне, пожалуйста, мы тогда попробуем что-нибудь из этого сейчас поэкспериментировать на примере. У меня
все GPT, о которых я рассказывала вам на прошлом вебинаре, да? Перевести с бюрократического иногда нужно, но это скучно. Ну вот все скучное сразу отдаем нейросетям. Так. Вот, и вот все GPT сервис. Слева вы видите список чатов, а вот здесь вот идет сам основной разговор. Вот, например, генерация текста. Вы пока пишите, я сейчас буду показывать, и вы сможете уже ничего там не записывать, не задумываться, а можете свои идеи написать в чат, пока я как раз демонстрирую. И, собственно, что я пишу, да? Мне нужно написать текст. Расскажи, для чего нужно менять обложки на YouTube. Задача по пунктам форматирования, как она должна оформить результат, и аудитория. И дальше я показываю пример текста, который меня устраивает. Это вот как раз тот принцип, да, показывайте нейросети хорошие примеры. И вот, пожалуйста, есть результат. Он по пунктам, он достаточно разговорным языком написан, так же, как и пример вот здесь вот выше. И отсюда действительно можно взять полезную какую-то информацию. Вот это генерация. Дальше, например, рерайт. Есть какой-то текст. И что в нем нужно сделать? Здесь задача состоит из трех шагов. Выделить, заменить существительные на синонимы, заменить прилагательные на антонимы. А поскольку здесь не написано «действуй шаг за шагом», но здесь вот идет по пунктам. И прямо по пунктам нейросеть отвечает. Вот тут я выделил, вот тут я заменил, вот тут я заменил. Что не сделала нейросеть? Ну, тут не совсем качественный рерайт. Здесь, по идее, должен быть итоговый переписанный текст. Но в промпте я это не указала, и поэтому такого результата не получилось. Дальше, например, извлечение. Это расшифрованный то ли кусок вебинара, то ли голосового сообщения. Текст прогнан через автоматический транскрибатор, и вот у него есть тайм-коды, коды, которые не нужны. Соответственно, нужно извлечь все, кроме тайм-кода, и соединить. Вот такой кусок. И вот, пожалуйста. Видите, ничего не меняется, но предложения соединены, правильно расставлены точки, знаки препинания и удалены все тайм-коды. Вот такая вот чистка. Вот второй пример. А тут текст скопирован с сайта, а на сайте он был разбит на вот такие очень короткие строчки. Опять же, садиться и руками каждый раз соединять эти строчки, это долго и нудно. Нейросеть это делает практически моментально. Так. Извлечь ключевые слова из текста, перевести с бюрократического, саморизация и анализ. Окей, сейчас покажу. Дальше более сложный пример. Это работа в двух чатах по очереди. В первом чате, ух, как он медленно оказался, нейросеть проводит анализ. Вот есть задача, что нужно сделать, оценить, как расшифровываются определенные термины и решить, согласно критериям, являются неподходящими или неподходящими. Вот два примера. Я говорила, что два примера это хорошо. Пример, когда оценка позитивная и объяснение в скобках почему. Видите, квадратные скобки, сам текст, фигурные скобки, какая оценка, и в круглых скобках комментарий. И негативный пример, когда наоборот расшифровка термина оказалась неудачной. Дальше вот так же в квадратных скобках я даю все термины. Еще раз повторяю задачу, потому что это GPT в конце интереснее. И получаю вот эту вот оценку, где расшифровка хороша,
а где расшифровка получилась неудачной. Теперь все неудачно сформулированные определения терминов я кидаю в следующий чат. Почему? Потому что поменялась задача. Эти определения терминов не подходят, переформулирую, учитывая критические замечания. Я просто скопировала из предыдущего чата. То есть я не говорила, почему вот не подходит KPI или CASDEV. Я просто скопировала объяснение, которое сделала сама нейросеть только в среднем чате. И вот, пожалуйста, переписала языком более понятным для школьников. Вот это вот как раз два компонента, когда мы выполняем сначала одного типа задания, анализ, да, обрабатываем текст через анализ, а потом мы делаем рерайт на основе этого анализа. Так, ну давайте поэкспериментируем. У меня есть три нейросетки: ChatGPT-4, Claude Haiku и Gemini, последняя версия. Давайте возьмем какое-нибудь задание и поэкспериментируем. Так, ключевые слова из текста, саморизация и анализ. У меня нет, к сожалению, бюрократического именно текста под рукой, чтобы с него что-то перевести, но я сейчас попробую с какого-нибудь сайта что-нибудь снять по-быстрому. Так, ну вот соглашение об обработке персональных данных, наверное, что-то в таком роде, да? Так, у меня ощущение, что у меня немножко подвисло все. Скажите, подвисло или нет? Да, это у меня подвисло, я поняла. Так. Ага, все, не так давно подвисло. Хорошо, а то я испугалась. Так, смотрю еще вопросы. По длительности сколько нейросеть может съесть за один раз аудио для перевода в текст? Любой, скажите, что любой длительности. Про аудио вы будете говорить на следующем модуле. Я использую для этого не совсем такую нейросеть, как вам привычно, то есть еще не вот эти вот последние поколения, а достаточно такой старый сервис я использую, поэтому я сказать не могу. К тому же, ну, тоже зависит. Одно дело голосовую начитывая, другое дело расшифровку интервью. Если вам нужно именно расшифровывать какой-то очень объемный видео или аудиофайл, я рекомендую, ну, то, чем я пользуюсь, он есть и видео, аудио. Там есть ограничения на длину, но очень приятные. Сейчас я дам ссылку на инструкцию по сервису. Так, сейчас скажу, какие там ограничения у него. 200 тысяч файлов. Ну вот, не написано у сервиса, какие ограничения. У меня полуторачасовые видеоинтервью спокойно он ел.
Это Pinpoint от Google, студия для журналистов. Когда регистрируетесь, нужно указать, что вы работаете в каком-то СМИ. Так. Анализ данных очень интересен. Хорошо. Давайте сейчас мы поэкспериментируем. Так, если у меня что-то будет мигать и пропадать, вы меня сразу простите, потому что немножко мучительно у меня. Компьютер говорит, что слишком много для него того, что мы сейчас делаем. Так, сейчас на экране, если я не ошибаюсь, да, все GPT виден. Давайте возьмем один и тот же текст и попробуем его в разных сервисах перевести. Вот я вставила соглашение. Это с нашего сайта про политику обработки персональных данных. Мы ставим перед собой задачу по переводу, правильно? То есть мы ставим перевод с одного стиля на другой стиль текста. Соответственно, промпт пишем, да, для каких целей мы переводим и на какой именно. Пусть это будет вариант «Переведи этот текст с на разговорный язык, сократи до тезисов так, чтобы я мог понять, что сайт И теперь смотрите, раз у меня вот тут вот текст отформатирован, здесь форматирование по пунктам и по подпунктам, чтобы нейросеть, не дай бог, не перепутала ничего, я все это заключу в скобки. У меня есть круглые скобки, есть кавычки, может быть, еще какие-то знаки есть, поэтому я буду использовать скобки фигурные. Их в тексте точно нет. Так. Это я скопировала сразу и нажимаю кнопку «Генерировать». Смотрим, что выдает чат GPT-4. Да? Это именно чистая четверка. Он говорит как раз о том, что слишком много текста для него. То же самое. Теперь идем, вот видите, сверху написано модель Claude Haiku. Окно контекста у Клода Хайку больше, чем у ChatGPT-4. У Gemini еще больше. Поэтому ChatGPT не смогла обработать. А вот Клод, пожалуйста, показал. Вот этот вот большой объем текста сократился до нескольких более простых и понятных пунктов. Что собирает сайт, для чего используют, что вы можете сделать. Ну и дополнительная информация. Достаточно? Давайте посмотрим, что делает Gemini. Тот же самый промпт, абсолютно без изменений. И точно так же анализируем. По-другому, да, описал, но в принципе содержание одно и то же, ну, потому что текст один и тот же, выделил те же самые примерно ключевые пункты, но по-другому рассказал, по-другому отформатировал. Так, давайте теперь попробуем другую задачу. Опять начнем с ChatGPT-4. Извлечение данных. Так, извлеки из этого текста название сайтов-сервисов. Тоже ставлю в квадратные скобки.
Здесь круглые использованы в самом тексте. И нажимаю «Генерировать». Так, сейчас переключим. Ну да. Надо было вот это вот редактировать, а не... Сейчас я поменяю модельку на все-таки посовременнее. А то он так мне и не будет отвечать. Все названия сайтов и сервисов отсюда перечислены. То же самое. Я отредактирую, чтобы не создавать новые чаты, отредактирую старое сообщение, то есть удалю и добавлю сюда уже другой промпт. При этом последующие сообщения стираются. Так во всех чатах происходит. Вот. Те же самые 5. Ну и Gemini. Gemini, видите, неправильно понял задачу. То есть по сравнению с ChatGPT, который выписал действительно, Haiku, который выписал те же самые, Gemini, как видите, ответил неверно. Можно попробовать перегенерировать, иногда это помогает, но нет. В данном случае Gemini с задачей извлечения не справляется. Так, почему необходимо текст заключить в скобки? Мы говорили, что в промпте мы используем форматирование. И мы отделяем части промпта друг от друга. Для этого лучше использовать те символы, которые дальше в тексте не используются. Если вы кинете текст следующим сообщением, у вас ничего не получится. Нейросеть ведет диалог строго реплика на реплику. То есть, если вы напишете промпт и не кинете текст, нейросеть вам выдумает что-то из головы, из своей электронной головы. А на сообщение, опять же, по-своему отреагируют. То есть нельзя написать нейросети несколько сообщений подряд. Все должно заключаться в одном. Вот смотрите. Извлеки из этого текста название сайтов. Видите, он не знает из какого. Gemini немножко поумнее, он может попросить. А вот более ранние модели, они не могли сообразить, что нужно попросить. Вот. То есть в любом случае у вас будет перерыв каким-то сообщением, и это может негативно повлиять на результаты. Так. Так, что у нас еще было в списке? Извлечение я показала. Анализ анкетных данных. Так, саморизация и анализ анкетных данных. Так, пример транскрибации. Я могу показать... Пинпоинт я показывать не буду, у меня там корпоративная информация. Могу показать пример обработки грязной расшифровки. То есть, когда некачественная расшифровка сделана сервисом, я могу показать, как это работает. Так, сейчас я про анкетные данные минутку что-нибудь найду подходящее. Тут нужны данные обезличенные. Я саму анкету, естественно, ничью брать не буду, да, для того, чтобы ничьи авторские права, персональные данные не нарушать. Но вот сейчас посмотрю что-нибудь из дата документов. У меня должны быть дата документы в архиве. Например, анализ длительности трамвайных путей. По сложности будет сложнее, чем анкетные данные. Но когда вы будете именно анкетные данные обрабатывать, пожалуйста, не забывайте, что ваши данные попадают на сервер. И их кто-то в любом случае
видят и используют, ну и в том числе используют для дообучения нейросетей. Вообще, если компания работает именно с персональными данными, то она вот такие публичные нейросети не использует, а, как правило, заводит свои собственные, иначе это, ну, просто элементарно небезопасно. Так, что у меня здесь есть в трамваях? Ну вот, например, анализ маршрута у меня есть. Так, я тоже отредактирую, чтобы новый чат не заводить. Таблица вставляется вот так. Это нормально. Вот такой анализ таблицы. Давайте посмотрим хотя бы на том же Хайку, как он проанализирует эти же самые данные. Я сейчас не задаю конкретно, да, вывод о пассажиропотоке, вывод об оптимизации маршрута. Я пока прошу общий, но вы можете указать, как, что именно вы хотите получить в этом анализе. Так, ну вот здесь немножко в другом формате, да. На наибольшем расстоянии проходят маршруты, у такси меньшее расстояние. Ну и вот, пожалуйста, тоже идет вот такой вот вывод. Вот это вы можете получить, и таблицу вот так вот вы можете скопировать и спокойно вставить в окно нейросети. Так, и как я сказала про грязную расшифровку транскрибации. Предположим, давайте возьмем тот же самый Gemini. У меня есть для вот этого есть прямо промпт. Он из английского переработан для транскрибации русских вебинаров. Вот я сейчас одну из его версий покажу. Вот она инструкция, задача, и, соответственно, я даю текст. Тоже, как обычно, в квадратных скобках. Вот прямо сейчас вырвала кусок из транскрибации вебинара. Он выглядит вот так вот. Без знаков препинания, сплошной текст, никакого форматирования. Это грязная расшифровка. Смотрим. Это Gemini Pro. Самая последняя модель. Разбивка на предложение, разбивка на абзацы, восстановление пропущенного, убираем признаки разговорной речи, количество вводных слов, междометий сокращено, повторы тоже убраны. Так, то же самое, ну, например, у Хайку. Так. Вот. А у Хайку более такой стиль, да, более официальный, более тяжеловесный. То есть он вот эти стилистические моменты, вот, сохранять формулировки, чтобы беречь смысл и сохранить авторский стиль речи. А в плане стиля Хайку, конечно, сделал текст более таким жестким, более деревянным.
Так, можно ли этот промпт тоже вам дать? Расшифровку без препинаний в нормальный текст. Вам прямо сам промпт, ну, то, что вы будете вставлять, да, хорошо, я скопирую, вставлю в чат с Телеграма, чтобы здесь вы, отсюда вы не копировали. Так, ну что ж, продолжаем. И еще одна типовая задача – это обработка PDF-файлов. То есть вы сейчас видели, когда я текст вставляла сразу в чат нейросети, но у нас часто бывают такие случаи, когда у нас информация в виде PDF-файла, и нужно сразу работать именно с PDF-кой. Поэтому давайте кратко посмотрим на те сервисы, которые умеют читать PDF-файлы. Понятно, что мощные современные нейросети тоже поддерживают прикрепление файлов. Кандинский у нас сейчас умеет, точнее, GigaChat умеет читать информацию с прикрепленных файлов, ChatGPT умеет читать, но есть сервисы, которые сразу заточены на это. И это может быть удобнее, потому что к топовым нейросетям доступ платный, а такими сервисами, в принципе, можно воспользоваться по большей части бесплатно. Надо обратить внимание, с какой именно версией нейросети они работают. Очень часто встроено 3.5. Более-менее, но лучше, конечно, чтобы была ChatGPT 4 встроена. Других нейросетей в этих сервисах я пока нигде не видела. На каких языках? Все сервисы, которые я сейчас покажу, они спокойно принимают файлы на русском и на английском, но не все отвечают на русском. И какие ограничения есть в бесплатном тарифе? То есть сколько вы можете загрузить документов, какой у них объем, сколько запросов в течение дня вы можете отправить. Первый – это Explain Paper. Его фишка – это то, что вы можете выделять нужный вам текст в документе, и он будет этот текст вам объяснять. То есть я с ним когда столкнулась? Мне нужно было из результата исследования, все журналисты писали вот о каких-то одних цифрах, а мне было нужно другую цифру показать. И я скачала оригинальное исследование на английском языке, нашла блок с выводами и спрашивала Explain Paper до тех пор, пока он не сдался и не выдал мне нормальное объяснение значений, которые я уже потом использовала в итоговом материале. Вот. То есть тоже чат GPT-4 делает summary, но уже на платной версии. Вот так выглядит интерфейс. У вас, если обычно с нейросетями, у вас слева окна чата, справа основное окно, где вы переписываетесь, то здесь будут справа у вас открыт документ весь, а слева идти чат. Вот сейчас выделен текст, видите, он желтый. Вот здесь вот желтый сверху. Это выделено предложение сразу под картинкой. И мне Explain Paper объясняет, что значит это предложение. Причем тут выставлено, ну, довольно высокий уровень сложности для объяснения. Дальше. SQ PDF. Он отвечает на вопросы о документе. Вы можете загрузить документ размером до 100 страниц. 15 мегабайт и в день 50 вопросов. То есть вот эта вот строчка ограничений – это ограничение на один день. У SQL PDF огромное количество дополнительных инструментов, и там вопросы по видео, и расширение для браузера, и помощник в написании текстов. То есть это вот такой как раз комбайн. И вот, кстати, обратите внимание, в строчке написано CV. Помните, что такое CV и для чего он нам нужен? Так выглядит окно. Слева панель инструментов, дальше чаты, дальше загружена таблица на русском языке. И вот, пожалуйста, SQL PDF рассказывает мне, о чем мы можем с ним побеседовать по этому документу. То есть он сразу по умолчанию дает summary документа и предлагает, какие темы можно обсудить. Так. CV – это computer vision, да, компьютерное зрение. То есть SQ PDF и вот третий сервис чат PDF
У них есть компьютерное зрение. Вы можете выделить какую-то картинку в документе, и он ее распознает и объяснит, о чем эта картинка. Это очень и очень удобно. У чат PDF тоже есть ограничения в бесплатной версии. Два документа в день, 120 страниц, 20 вопросов. Его киллер фича, да, вот такая самая классная, интересная функция, это то, что вы можете несколько документов загрузить в одну папку и задавать вопросы не к документу, а к папке. То есть собрали там 5-6 статей на какую-то нужную вам тему для исследования, и тогда чат будет искать информацию во всех этих статьях одновременно. Мне кажется, это очень-очень классная возможность. Выглядит вот таким вот образом. Слева список чатов. То есть не самих чатов, а документы. Тут документ равен чату. Вот документы, которые загружены, которые я обсуждала. Дальше просмотрщик самой статьи. И справа идет чат. Выделена картинка, как вы видите, картинка выделена в тексте. И мне чат PDF объясняет, о чем этот график. Так, все. Три основных. Возможно, вы найдете еще больше, но эти появились первыми, выдержали конкуренцию с самим чат-GPT и развились до какого-то определенного состояния. Где-то можно грузить больше документов в день, где-то больше вопросов задавать, кто-то удобнее в использовании. SQL PDF самый такой комбайн, чат PDF, с моей точки зрения, самый простой в работе. Но поскольку есть вот эти вот ограничения по количеству и объему документов, то я рекомендовала бы все три сохранить себе в закладке и всеми тремя пользоваться. Кончился лимит на одном, перешли на следующий. Ну а теперь главный вопрос сегодняшнего вечера, да? Можно ли нейросетям верить? Вот мы сейчас говорим, что они анализируют документы, что они извлекают данные, что они пишут какие-то тексты. Но насколько тот результат, который они выдают, достоверен? Это очень важный вопрос, если мы включаем нейросети в свою профессиональную деятельность. Вообще есть восприятие нейросетей как продолжение поисковых алгоритмов. И в чем-то это даже правильная точка зрения. Придумали поисковые алгоритмы, которые в интернете могут найти нужную информацию, потому что объем данных растет, и руками там уже найти что-то сложно. Придумали семантический поиск по смысловому сходству слов. Придумали, как его делать быстрее, грамотнее, отсекать откровенные SEO-уловки, да, когда текст написан для роботов, а не для людей. Значит ли это, что нейросети – это следующая ступенька развития, которые могут не только смотреть информацию в интернете, но еще и генерировать сразу ответ? На самом деле это не совсем так. Поисковые алгоритмы ищут что-то в реальном времени, а нейросети ищут информацию, точнее, используют информацию, ту, которая есть внутри них. А она может быть ограничена по времени, ограничена по источникам. Данные, на которых нейросеть обучалась, могут быть, в принципе, не очень качественные. И поэтому мы не можем сказать, что нейросеть заменяет поисковые алгоритмы и является их продолжением. По сути, нейросети ничего не ищут, даже если вы даете им доступ в интернет. Они предсказывают ответ на основе тех данных, на которых они обучались, или если у них есть доступ в интернет, на основе тех данных, которые они видят в интернете. Или если вы прикрепили файл на основе тех данных, которые лежат в файле. Они не ищут, они догадываются. Поисковый алгоритм тоже вам может принести ссылку с неподходящим контентом. Но с точки зрения сравнения поисковых алгоритмов и нейросетей, нейросети в этом плане имеют достоверность информации еще более низкую. Что может произойти при использовании нейросети?
Первое и, наверное, чаще всего упоминаемое – это галлюцинация. То есть нейросеть генерирует информацию, которая неверна, но по каким-то причинам, по ее математике, да, показалась подходящей, или вообще просто придумывает что-то. А с нейросетями есть такой момент, что особенно вот ранние модели, они предпочтут выдумать что-то, чем признаться в том, что что-то не знают и чего-то не могут. Сейчас это чуть-чуть подправили, но все равно галлюцинации появляются достаточно часто. И поскольку нейросети предугадывают, что мы хотим услышать, они будут писать этот ответ так, что вы сами захотите в него поверить. Вот именно та информация, да, подтверждение моих мыслей, да, и именно тот факт, которого мне не хватает. Но нет, это не факт, это галлюцинация. Следующая слабая сторона – это цитирование. Нейросети придумывают источники информации. Тоже очень убедительно. Берут известных авторов, берут какие-то известные части названия их материалов, все это так соединяют, получается что-то правдоподобное, но реально несуществующее. Только те нейросети, у которых есть доступ к интернету, могут сослаться на действительно существующий источник, но тоже с некоторыми ограничениями. Особенно сложно это, если речь идет о некоторых исследованиях. То есть книги, там, статьи, фильмы мы еще можем погуглить, поискать. А вот с точки зрения исследования, на которые вы хотели бы опереться, тут намного сложнее. Там придумаем ученых, придумаем год, придумаем тему, и у вас вот что такое получится. Нейросеть, может, даже вам даст какую-то ссылку, но вы кликните и ничего по ней не найдете. Еще одна слабая сторона – это математика. Ну, не умеют нейросети в математику. Они не решают ответы, они их предугадывают. И есть алгоритмы, которые позволяют нейросетям, текстовым нейросетям, предугадать правильный ответ. Есть промпты, есть специальные тесты для них. Но для неспециалистов, для тех, кто не занимается собственными математическими задачами, чем в этом разбираться, проще запомнить. В математике наши модели точно не сильные. Но если вы их попросите, они вам докажут, почему 5 плюс 7 равно 11. В рассуждении они как раз асы. Ну и, наконец, тоже достаточно частая ситуация – это предвзятость. Либо вы получаете какие-то стереотипные ответы. То, что чаще всего упоминали в обучающей выборке, либо наоборот, вы получите отказ от нейросети давать ответ на какой-то вопрос. Скажем, вы попросите сделать сравнение, а она скажет, что это некорректно, это невежливо сравнивать, или сделает сравнение, ну, абсолютно среднее и нейтральное, не выделив по-настоящему сильных и слабых сторон. Это вопросы как раз предвзятости, и здесь у нас нет никаких инструкций, руководств, гайдлайнов, способов настройки. Мы во многом в этой теме зависимы от того, что выставили в настройках разработчики нейросети. Поэтому только опытным путем смотреть, какая нейросеть, как настроена и на какие вопросы она дает лучшие ответы. Это еще одна причина того, почему я считаю, что в арсенале должна быть не одна нейросеть для генерации текста, а хотя бы парочка, чтобы можно было сравнивать. Три – это достаточно, больше уже нет смысла. А вот три нейросети от разных компаний, именно от разных, это уже способ получить более качественный ответ. Если не справляется одна нейросеть, высокий шанс, что справится какая-то другая. Ну и, соответственно, раз перед нами встают вопросы доверия, значит, нам нужны какие-то алгоритмы, которые позволят проверять информацию.
Мы называем в медиа этот процесс верификация. Вот есть факт-чекинг, а есть верификация. Факт-чекинг – это уже готовый материал, все факты перепроверяются перед выпуском, а верификация – это в процессе. Посложнее это источники информации, и самый сложный это перекрестная проверка. Так, вижу, у меня тоже появился значок. Так, вышло. Вернулась обратно. Мне написала, что соединение стабильно. Угу, хорошо. Надеюсь, не так много зависло. Давайте посмотрим на способы верификации, которые нам доступны. Они в первую очередь зависят от того, какую именно информацию мы проверяем. Это могут быть данные. И тогда мы эти данные, данные это цифры, да, в основном, мы их можем сверить с первоисточником, найти года, числа, показатели. Если идет анализ какой-то таблички, мы всегда сможем вернуться к этой табличке и посмотреть, какие цифры в ней выписаны. В любом случае, если вам кажется, что что-то не так, это требует перепроверки, но плюс мы проверяем года, числа, показатели. Мы проверяем имена собственные. Для этого достаточно погуглить. То есть если с цифрами лучше найти первоисточник информации или доверенный источник информации, то с именами часто достаточно просто поиска в интернете. Уже даже не переходя по ссылкам, по поисковой выдаче, будет уже понятно, выдумала что-то нейросеть или использовала какую-то реальную существующую информацию. Ну и, наконец, самое сложное – это выводы. Это вот как раз собственное ощущение, если кажется, что вывод неправдоподобный, вы его проверяете. Если вы сами в теме разбираетесь, вам будет проще. Если нет, то вы показываете эксперту. То есть художественный текст на тему Парижа 18 века от лица фонарного столба, вы возьмете оттуда даты, которые упоминает рассказчик, упомянуто в тексте, вы возьмете оттуда собственные имена, это все посмотрите. А если вам важно, чтобы этот художественный текст соответствовал стилистике Мопассана, вы найдете там филолога, литературоведа и обратитесь к нему. Выводы проверять сложнее всего. И сами нейросети тоже приходят на помощь в верификации. Есть модель, которая называется Perplexity, она живет на одноименном сайте. Это как раз гибрид поискового алгоритма и искусственного интеллекта. Если поисковый алгоритм выдает вам ссылки, по которым вы, может быть, найдете интересующую вас информацию, то Perplexity выдает ответ на ваш вопрос плюс ссылки на то, откуда он взял те или иные фрагменты. Вот так выглядит интерфейс. Слева у вас тоже будут появляться чаты. Есть версия платная, есть версия бесплатная. Но вот именно для поиска бесплатной версии, мне кажется, достаточно. Для генерации текста я использую другие модели. Perplexity это тоже умеет. Но оно, мне кажется, он удобный в первую очередь от поиска. Вот сверху видите запрос «Расскажи о Древнем Риме». Дальше список источников, 5 источников, откуда он брал информацию. Дальше сгенерированный текст и сразу сноски. Слева секция «Медиа». Это изображение, видеоролики. И в Pro-версии можно еще свое собственное изображение сгенерировать. Так. Но картинка, наверное, в полной мере не передает. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. То есть окно очень простое, действительно похоже на поисковик, но вы пишете не сколько название информации, сколько пишете вопрос. То есть здесь лучше именно работать от вопросов. Вот идет поиск, и тут же на ваших глазах генерируется explanation, объяснение информации. Дальше Perplexity предлагает ряд вопросов, которыми можно дальше продолжить
этот диалог, то есть углубиться в тему. И точно так же при углублении снова будут источники, снова будет сгенерирован ответ с ссылками на эти источники информации. И если это возможно, справа появится секция медиаизображений. Может и не появиться. Таким образом, вы углубляетесь в тему дальше и дальше. Можно переключиться на другой вопрос. Вот сейчас совершенно другой вопрос задается. И Perplexity отличает, да, что сейчас нужна совсем другая информация. Так. Как она справляется с более сложными понятиями и научными терминами? Хороший вопрос. Вы своими собственными вопросами углубляете и направляете, показывая, в каком направлении Perplexity нужно дальше думать и рассуждать. То есть именно от ваших промптов, от вашего направления Perplexity продолжает свою работу. Если вы будете задавать более сложные термины, ну, писать в вопросе более сложные термины, просить углубиться, просить ответить как эксперт в теме, то она будет повышать сложность своих объяснений. Все в руках промптов. Так, ну что ж, подводим итоги. О чем мы сегодня с вами успели поговорить? Чтобы работать с текстом в генеративных нейросетях, нужно понимать, какие именно задачи вы им отдаете. Если задача сложная, явно можно разбить на несколько этапов, лучше сразу на эти этапы разбивать и шаг за шагом решать их внутри одного чата. Со временем, когда вы продвинетесь в промптинге, начнете создавать более сложные запросы, вы сможете несколько задач задавать в одном промпте. Для начала пока разбиваем на шаги. И не забывайте про форматирование. Это очень и очень важно. Если вам нужно работать с какими-то документами, то желательно брать PDF-формат, это тоже такой стандартный, более нативный формат. Вы можете выбрать нейросеть, которая с этим справляется, если у вас есть к ней доступ, но имейте в виду, что это, скорее всего, будет платно. Если бесплатно, обратите внимание на те три сервиса, которые я вам показала. Может быть, для решения каких-то ваших типовых задач будет достаточно одного сервиса, который работает с PDF-файлами, и сама генеративная нейросеть вам уже не потребуется. Может быть, у вас вот только задачи на анализ. Когда мы получаем ответ от нейросети, мы не можем ему доверять по умолчанию. А вы уже на практике, решая задачку со звездочками, убедились, да, что без подсказок многие задачи нейросети не под силу. И это в том числе задачи на логику, на математику, задачи на сложное рассуждение и на решение каких-то проблем. Поэтому сразу вводим себе в привычку. Это навык тренируемый. С каждым разом будет получаться все лучше и быстрее. Те результаты, которые вы получаете от нейросети, их нужно верифицировать. Вот в научном подходе, в инженерном подходе тоже есть механизмы верификации. Они более сложные. Например, один и тот же промпт запустить 20 раз и сравнить ответы. И взять за правду тот ответ, который встречается чаще всего. То есть там есть свои методики и свои подходы. А без этого, просто вот так вот, пользуясь лично нейросетями, опирайтесь на экспертов. Эксперт номер один – это вы сами, и эксперт номер два – это тот, кого вы можете привлечь. Правильно ли вы понимаете, для того, чтобы получить профессиональный ответ, в достаточной степени разбираться в теме? То есть, условно, студент, разглядя, не сможет получить плюс-минус адекватного научного ответа. Да, вы практически правы. Студент, разглядяй, который в теме не разбирается, вряд ли сможет составить такой запрос, который даст максимально адекватный ответ.
Исключение – студент-разгильдяй, который хорош в промптинге. То есть если он умеет действительно хорошо профессионально промптить, он будет знать, как именно этот вопрос обойти. Там тоже есть методики и подходы. И мы недавно обсуждали это с коллегами из ИТМО, использование нейросетей, выполнение каких-то вот практических работ. Мы, например, считаем, если вы разрешаете использование нейросетей, считаем правильным просить прикладывать промпты. Сам по себе промпт уже очень о многом говорит, о том, что человек знает в теме, насколько он в ней разбирается, насколько он умеет рассуждать. Так, ну и наша любимая часть – это практические задания. Точно так же два практических задания. Первое практическое задание на креатив. Есть три товара – свитер, ваза и камень, кусок гранита. Нужно попросить нейросеть описать их в стиле Алиэкспресса. Почему эта задача на креатив? Потому что на Алиэкспрессе описания, они не связаны и нелогичны, в то время как сама по себе нейросеть как раз нацелена на связанный и логичный текст. Поэтому эту задачу мы можем считать креативной. И дальше, после того, как вы получили описание, выбираете один из этих предметов и нейросеть, не сами, точно так же нейросеть, просите написать рекламный пост. Посмотрите, да, в записи, в презентации, это задача на генерацию текста в двух частях. Я точно так же в чат скину формулировки задач и добавлю примеры описаний товаров в стиле Алиэкспресса, чтобы вам было откуда брать примеры. И, наконец, второе задание как раз на сложную работу с текстом. И здесь уже три этапа. Вы берете с киберлининки в PDF-формате некоторую статью. Берите по той теме, которая приближена к решению ваших профессиональных задач, то, что может вам потребоваться по работе. Дальше вы все делаете не руками, а через нейросеть. Составляете список из пяти основных тезисов. Делаете summary статьи в стиле объяснения ученикам 5-6 класса. И, наконец, по мотивам этой статьи небольшой театральный диалог. Два персонажа и диалог между ними. Все делаете через нейросеть. Возможно, вам придется использовать не одну нейросеть, а перекидывать как раз результаты генерации из одного сервиса в другой. Все результаты в файл, чтобы был и текст, и промпт. Промпты обязательно, как я говорила, по промптам уже можно определить многое. PDF-файл можете прикладывать, можете не прикладывать, как вы считаете нужным. Еще раз повторюсь, я это продублирую сейчас в чат, чтобы оно было у вас перед глазами. И мы посмотрим то, что вы прислали 3 июня в понедельник, и разберем последнюю тему, касающуюся генерации текста. Это тема этики и авторского права, юридических каких-то особенностей. И это я не могу это считать вебинаром, поэтому я это отнесла в практическую работу. Вебинар – это если у меня есть по теме какие-то знания, я могу их передать. Как и у большинства людей в мире, у меня по этой теме нет знаний, есть только вопросы. Думаю, у вас тоже много вопросов. Поэтому этот практикум мы проведем в формате дискуссии и вот таких вот живых обсуждений. Что ж, на этом я рассказала вам и даже показала все, что хотела рассказать и показать. Если какие-то вопросы будут появляться, как обычно, я в чате на них отвечаю. Вот и пошла скидывать для вас уже практические работы. Удачи в их выполнении!